Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 мая. Вот сегодня делаю последнюю выемку своих томатов из тоннеля Демидова. И я вам показывала уже один, когда я вытаскивала с общей грядки. Сейчас хочу показать вам все. Ну вот это, к сожалению, последняя партия, которые уже малыши остались. Но все равно видно в общей массе, что они все крепенькие, бодренькие. Я вот специально не стала вот эти в мешочек складывать, чтобы показать вам, какая все-таки получается рассада в тоннеле. Выращивание в холодных условиях. Обратите внимание, у томатов даже ствол не фиолетовый. Хотя вы видели, они тут пережили и снегопады, и метели, и морозы, все на свете. Единственный у них дефект нынче, это вот от града, видите, пробоины. И все листья в конопушечках. Вот это все град. Нас град побил хорошо, но у них листья быстро восстанавливаются. Даже если они вот побиты, они не отмирают. Все равно их потом удалять. Еще хочу обратить внимание на толщину ствола, что все они такие устойчивые, коренастые. И, конечно, главное достоинство рассады, выращенной в тоннелях, это корневая система. Я уже, когда зимой рассказывала теоретические выпуски, снимала, я говорила, что когда наружу холодно вот здесь, он старается в высоту сильно не расти, не высовываться, а наращивает в это время корневую систему. И даже когда он маленький, крошечный, ну вот такой вот даже если, если его выдернуть, мы увидим, что там у него такая мочалка. Потом, когда наступает тепло, они, конечно, быстро начинают все это наращивать. Наращивать быстро им позволяет как раз вот эта огромная корневая система. Мало того, что у них так корнище, уже вот я где делала, видите, заглубление, еще и дополнительные корни. Конечно, не устану повторять, еще раз повторю, самая лучшая рассада – это выращенная в тоннеле. И представьте мое чувство, мои вот ощущения, что я как себя чувствую, когда я вот такую вот рассаду отдаю людям, ну потому что мне столько не надо, а себе высаживаю, я сегодня показывала вот с магазинных семян, себе высаживаю вот такие некоторые экземпляры, то ли они выживут, то ли они не выживут, это еще, знаете, бабушка надвое сказала, ну вот эти-то толстячки мои точно выживут, все, кто их брал, ни у одного еще ни одно растение не погибло. И вот глядя на эти экземпляры, вот это вот я кучку отложила, я сразу скажу, что я их оставлю. Мне вот взяла какая-то зависть, знаете, такая нечеловеческая. Думаю, ну что ж, такие красавцы достанутся кому-то, а я буду вот этих хиликов выхаживать. И я решила оставить вот эти томаты. Ну это я, конечно, про зависть так уж сказала, у меня их и так полно. Знаете, для чего? Только для того, чтобы показать вам, какой же будет рассада, выращенная в тоннелях летом, какой даст она урожай, отстанет ли она от других, будет ли она опережать других, потому что это будет последняя возможность. Я же сказала, на будущий год уже не буду выращивать рассаду вот так загущенно в тоннелях. Это будет последняя возможность понаблюдать за такой рассадой, которая вот такой оравой выращивается. Сначала загущена в лотке стояла по 300 штук, потом загущена на грядке вырастала, но все равно ей это не мешает. Еще раз повторю, что это не моя заслуга. Это не я такая хорошая хозяйка. Это характеристики сорта. Сорта именно предназначены для выращивания в холодных регионах, в проблемных регионах. И когда у меня люди спрашивают, почему вы так часто именно о них говорите, так именно это они и есть, вот как одна зрительница выразилась, рабочие лошадки, на которые мы надеемся и которые нас выручат в любой момент. Вот эти капризули, они могут, вот у меня тоже стоит Казанова, в прошлом году и лист крутил, и капризничал, и долго вот в себя приходил, то ему холодно, то ему жарко, вот все ему не так, ну сеньор помидор прям. А этим все равно, что им холодно, что им жарко, они гнут свою линию, они цветут, они вяжут плоды, они наливаются, они созревают, ничего их не берет. И если у кого уж сильно плохо с погодой, вот как у меня, нынче насмотрелись вы на мою погоду,
Про какие мне еще рассказывать томаты? Конечно, про эти. Я не буду сильно расхваливать те, которые растут только в теплицах. Да, они крупные, да, они вкусные, но люди, накупив таких сортов капризных, могут остаться вообще без урожая. Конечно, они нужны, но какая-то часть. Вот у меня всегда так, у меня 2/3 вот этих сибиряков, а 1/3 тех капризуль. Все нужны, но на эти я надеюсь, я уверена, что они дадут урожай всегда. Все. Будет лето, я расскажу вам, какие плоды, когда они созревают, вообще какое количество примерно. И, ну, не просто расскажу, а полюбуйтесь, какие они красавцы. Все, до свидания.